О своей личной жизни 58-летний известный российский актер Сергей Жигунов рассказывает очень редко. Однако накануне он заинтриговал своих фанатов, опубликовав в личном инстаграм-аккаунте фото, где показал обручальное кольцо на своей правой руке, что сразу породило массу слухов о том, что Жигунов тайно женился на журналистке Виктории Ворожбит, с которой у актера до этого события был продолжительный роман. Эту новость пара подтвердила только на следующий день. На этот раз новоиспеченная невеста Виктория опубликовала фото с торжества, а Жигунов поделился селфи, сделанным уже после него. Молодожены запечатлелись во время отдыха на природе. Как оказалось, свадьба Жигунова и Ворожбит прошла без пышной церемонии и большого количества гостей. Вместо традиционного белого наряда невеста надела строгое платье нежно-голубого оттенка, а в руках она держала красивый букет розовых тюльпанов. Напомню, для Ворожбит это уже второй брак. Ранее она была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым, а для Жигунова этот брак с Ворожбит стал третьим. До этого он был официально женат дважды на одной и той же женщине, актрисе Вере Новиковой. У них есть дочь Мария. Причиной их первого развода стали романтические отношения актера с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Но эти отношения продлились только 2 года. В дальнейшем актриса нашла свое счастье с фигуристом Петром Чернышовым. А вот Жигунов через некоторое время начал встречаться с журналисткой по имени Виктория Ворожбит, которая стала совсем недавно его официальной женой. Кстати, многие называют Ворожбит копией Заворотнюк, но женщине, как она не раз заявляла, не нравятся подобные сравнения. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!